Я в эфире. Я в эфире. Это работает? Так. Окей. Это хорошо. Мы в преддверии очень хорошего матча. Autistic Cystic Society и LDPR. Это вообще будет бомба матч. Потому что все игроки топовые. Чтобы вы знали, я не знаю, кто будет из них сильнее. Потому что Волк собрал очень хорошую команду. Топ. Там у них все почти играют хорошо на ранкеде. Много. Есть вопрос, конечно, сыграются они или нет. В этом, конечно, команда Ника будет получше. Представиться, конечно, могу представиться. Меня зовут Рыж. Или Руж, или Руищ. Как хотите, в общем-то, но давайте держаться канонов. Рыж. Вот меня сопровождает и в роли комментатора Мазила. Легенда этого комьюнити. Я, кстати, большой фанат Мазилы. Смотрел его трансляции старые. Я до его уровня, конечно, не дотягиваю, но я попытаюсь, ребят. Я попытаюсь. Так, все. Команды выходят на поле. Фрисби и Роналдо зашли в игру. Вы это видите? Напишите в чат, пожалуйста. Камеры работают? Так, в общем-то, у меня, кстати, есть аналитика для вас. Чтобы знали. Проводился опрос среди капитанов, по которому выявляли силу команд. И такой немножко спойлер. На первом месте был АС. А на каком месте был ЛДПР? Свои догадки пишите в чат. АС был на первом месте по силе. На каком месте был ЛДПР? Я скажу сразу, я удивился, когда я посмотрел результаты. Фреска, ну ты что? Короче, на пятом месте они были. Ниже, чем Ice Creams и Nordic Union. Это, конечно, было для меня удивительно. Потому что... А почему нет? Почему они не должны быть вторыми? Или даже... первыми. Ну ладно, нет, первыми это, конечно, я загнул. Так, все, Mozilla. Так, мы начинаем скоро. Спрашивают, готовы ли игроки. Я всегда готов. Так, ну когда же начало? Уже хочется с нетерпением посмотреть на эту игру, посчитать статистику. Посмотреть, конечно, на великолепные финты. Набраться опыта у Роналдо, который будет защищать ворота ЛДПР. ЛДПР вообще, оказывается, вообще-то не с нуля команда образовалась, если вы не знали. Они играли еще 10 лет назад. И вполне неплохо. И вот они собрались. Собрались вместе. Вернуть величие, так сказать. На годовщину смерти Жириновского. Плюс-минус. Игра началась. Назову стартовые линии. Кот, Мулик, Волк, Роналдо. Волк, естественно, в защите. А кто будет нападающим у ЛДПР? Ну, наверное, все-таки Кот. А в составе Ас...
На воротах Федерико, не Даняша. Это, конечно, это выбор важный. Фрисби в защите. И в нападении два анимешника. И они работают. Связка анимешников дает пользу. Это был отличный прием от Итоши Си. И завершение великолепно от Итоши Ри. Соответственно, это Вайбер и Ника. Но я не знаю, кто из них кто. Так что, ребят, подскажите, конечно. Потому что я не шарю за ним. Я шарю только за Миядзаки. Ну и еще несколько тайтлов, но это не к тому. Сейчас мы в хоккей играем. Ох, отличный дриблинг был, но ход подставился. Просто как лучший защитник в мире. И идет контратаковать. Ну конечно, да. Захлебнулась контратака. И вы видели этот пас от Итоши Рина просто через все поле. И какой прием, и какое завершение. Ребята, это невероятно. Ладно, больше не буду говорить, это невероятно. Какой-то разгром. Чувствуется разгром. ЛДПР, ну соберитесь, вы о чем? Все уже. Два ассиста, два гола на анимешниках. И они не собираются останавливаться. И тоже Рин пас на Фрисби. Фрисби что будет делать? Обводит. Скидывает назад. Второй темп. И вот не подхватили. Федерико. Посмотрим, какой у него получится помидор. Очень хороший. В створ и летит. И залетает. Ну, я не знаю. Он, наверное, Федерико. Испанец. Он хорошо научился кидать помидоры с детства. На кориде там. В каких-то еще смертельных мероприятиях. Великолепно. Но и ошибается. Ход наказывает. Ну, справедливо. Справедливо. И причем с острого угла. Не самый простой удар. 4-1. Замечу, что все вбрасывания выигрывают ас. Вот бы они записали туториал по вбрасываниям, да? Или хотя бы какой-то туториал по этой игре. Удар дальний. Перекладин. Мулик на подборе, делает пас, на хода он примет, он принимает, и это в ближнюю 9, просто уложено мастерски. Что-то в дефе, конечно, не удержали, наверное, это перелом матча, как-то они собрались, и уже тут силы 50 на 50. Федерико делает пас по борту на Фрисби. Его прессингует Мулик. Но пас на Итоши Рина. Итоши Рин пытается вывести Хота. Но делает пас вперед. Пас не доходит. И это контратака. Волк на Мулика во фланг. Перехват Фрисби. Ну, вот такие какие-то атаки, осознанные вполне, но не сказать, что барселоновские. Как-то игроки на дальние пасы все надеются. Перехват Итоши Сина. Ух, крестовину попал. И не завершил все-таки. Вот, конечно, достойно уважения это стремление забить гол. И опять вбрасывание выигрывает ас.
посмотрим, как формируется атака. Атаку команды Ас. Они вдвоем сначала идут вперед. Защитник берет мяч. Потом защитник их дает пас тому, кто сближается, кто открывается под передачу. А тот, кто остался вторым нападающим, забегает в штрафную, и потом на него следует пас. Вот такая вот заготовка. Тем временем волка просто сносят, перехватывают, и это третий гол Итоши Саи. Удар коварный. Низом, по центру. Роналдо начал крыть верхний правый угол. Это, конечно, неприятно. Роналдо, я тебя понимаю. Но ничего, ты сможешь еще засейвить. Времени много. Но первый период закончился за счетом 2-6. Так, Фреска спрашивает. Рыж, кто, по твоему мнению, лучший вратарь турнира будет? Ребятки, я не знаю. Конечно, хотелось бы надеяться, что это будет Даняша. Но все-таки Федерико хорошо стоит. У Федерико есть должок. У Федерико есть незакрытый гештальт. Потому что на Summer Cup он был хорош, а на следующем турнире не очень. Ух, ничего себе, волк. Ну-ка, посмотрим, как он так забил. А, туториал можно, волк. Ну, это, конечно, невероятный гол. 114 метров в час. Не знаю, Федерико. Лицо Федерико представили? Я тоже. 3-6. Так, Мулик не будет первым. Это передача. И это, я не знаю, ну просто не оставляет шансов Роналдо. Посмотрите, как они бьют по углам от штанги. Раз у него выигрывает не ЛДПР. Идет раскат, заброс. Прием не удался, перехват волка, но Итоши Саи дорабатывает в защите. Конечно, не знаю, все атаки это либо перехваты, либо ловление на ошибках. Никакой такой позиционной атаки, завершенной голом, я не видел. Может быть, это следствие того, что обе команды равны и боятся друг друга, хотят играть поспокойнее. Но по счету, конечно, видно, что преимущество команды Ас есть. Три ось. Что-то нужно делать, конечно, волку. В замене у него доступен только судьба. Может быть, он поможет. Самое интересное, что на каждой ошибке Ас не прощает. Они все время принимают, хоть спиной, хоть боком, хоть лежа, сидя.
принимают и бьют, бьют, ну, можно сказать, без шансов. Так, тем временем Мулик забивает гол, опять в ближку, залетает ближка у ЛДПР. Вот Дед, кстати, правильно заметил, нету ощущения плотности игры. У всех всегда есть пространство. Может быть, в этом причина, то, что ЛДПР проигрывает в два раза. Комодиас. Может, им не надо давать вот эти вот пространства для длинных передач? Посмотрим. Ну, конечно... Девятый результат. Невероятный дриблинг. Объехал вратаря. И гол. Наверное, ну, не вижу я, чтобы ЛДПР как-то что-то смогли сделать. Ну, мой предвид, что счет в конце будет таким же соотношением. То есть 2-1. Герман 33 Берлин говорит: Рыж, я зритель, парни сами справятся. Победит сильнейший или кому больше повезет. Ас сильная команда, и проиграть им не стыдно достойному сопернику. Это прекрасно, что ты наш зритель. И все, конечно, со своими словами я согласен. Проиграть не стыдно. Но выиграть было бы потрясающе. А тем временем уже заканчивается второй период. Счет 4-9. И вот выход 2-1. Остается немного времени, 13 секунд. И как дорабатывает Волк в защите. Это был сейв определенно. 4, 3, 2, 1. Не попадает ствол. Фрисби. И так заканчивается второй период. Я бы хотел, конечно, чтобы сейчас показали крупняк лица Волка. Чтобы мы увидели его ход мысли. Мазила, если ты это сможешь, покажи нам. И как раз вот, кажется, они берут тайм-аут. Что решение точно неплохое. Так, что-то я, конечно, не подготовился ко стриму. Нужно открыть трансляцию, чтобы я тоже видел. Так, а пока сколько у нас вообще зрителей? 19 зрителей и так мало комментариев. Но отпишитесь хотя бы. Я, конечно, не заставляю никого. Но лурковать тоже можно. Но актив надо проявлять хотя бы раз в минуту. Так, что тут происходит? Фейсов продолжает команда играть. Третий тайм первого матча. Эта игра будет состоять из двух матчей. Так, атака тут завершилась лобовым столкновением игроков ЛДПР. Может быть, они друг другу враги и соревнуются в своей политической бюрократии. Но вот тут проходит Мулик на скилле и забивает гол. Потрясающе. Посмотрите на это. На эти отточенные движения. И как Федерико недоволен, как он машет клюшкой. Неприятно.
Неприятно такой гол пропускать, когда ты коснулся мяча. Ой. Шайба, сорян. Но быстро отыгрываются игроки АС. И, конечно, вот этот вот мое предположение сбывается. То, что будет соотношение голов 2 к 1. Кстати, мерси рулов на этом турнире нет. Если вы привыкли к тому, что разница плюс 7 голов и матч завершается, сейчас такого не будет. По крайней мере, по разнице голов. Мулик дает пас на Волка. Волк делает передачу и был прием отхода, но слабенький. И тут как раз, ну, темп матча поразительный. То атакуют красные, то синие. Нет никакой фазы билдапа. Сразу стараются довести шайбу до зоны соперника. Бей, беги, как говорится. Перехват от Мулика в защите неплохой. Роналдо тут что-то вытворяет. И получается. Отлично играет по борту игроки ЛДПР. Но вот с пасом на завершающего что-то не получается. И опять просто поле. Большое русское поле экспериментов для игроков АС открывается при каждой контратаке. А вот когда атакуют ЛДПР, АС более компактно располагаются на поле. И ход тут с разворота бьет в клюшку кому-то. И, соответственно, гола нет. Мулик. Мулик что-то придумал. О, ход не принимает. И тут будет первым Роналдо. Хорошо, что он не альтабнулся. И успел увидеть, что он успевает первым на шайбу. Так, фрисби с мячом. Извините, я тоже кринжую, конечно, когда я называю шайбу мячом. Но, ребят, как есть, как есть. Тоширин будет бить с центра. Нет, он проходит, убирает одного, второго, уходит на... Но его не остановить. Эти анимешники стали слишком сильны. Они уже формируются в свои группы. И вообще-то, чтобы вы понимали, они формируют серьезную силу. Можно сказать, что ЧВ... Ну ладно, не будем об этом. Один с пять. Ну да, конечно. Вот Адесанья, знаете такого? Это боец UFC. И он недавно выиграл опять пояс, стал чемпионом. И он смотрит аниме. Вот я не шучу. Адесанья смотрит аниме, и он чемпион. Станут ли АС чемпионами? Вполне возможно. Я не отрицаю этого, они главные претенденты на это. Дело в аниме. Может быть. А может и нет. Совпадение? Я об этом еще не думал. 12-5. Мерси Рула нету, Волк. Боже мой, что я же говорю. Не знает правил. Все, закончилась игра. 5-12. Можно поздравить команду Ника с тем, что они так уверенно прошлись.
по ЛДПРовцам. Ну, что же сказать. ЛДПРовцы по персоналиям, ну все как на подбор. Волк лучший защитник прошлого турнира. Ход лучший токсик на ранкете. Роналдо просто гений. Гений вратарского мастерства. И кто у них там мулик? Ну, ход 2-0. Да, так скажем. Может, в этом проблема, да, что нету какого-то одного ярко выявленного форварда и ярко выявленного полузащитника. Может быть, из-за этого получаются такие разрывы. Тем, что они оба пытаются быть впереди. И из этого бедный волк, ну, ничего не остается ему, как пытаться защищаться задом. Ну, и у него это очень хорошо получается. Не будем об этом забывать. Стартует второй тайм. Ой, второй матч. Второй матч серии. Второй матч серии из двух матчей. Поэтому, ребят, это очень важно. Очки в этом чемпионате имеют особое значение. Потому что все команды разделились на две лиги. И очень высока плотность команд. Все команды плюс-минус равны. Вы видите, то есть тут можно сказать, что ЛДПР два раза слабее, чем АС. Но все остальные команды плюс-минус такого же уровня, поэтому нужно смотреть на разницу голов. Не забывать об этом, не фаниться и не допускать ошибок и стараться забивать. Именно это я говорил своей команде в матче против Рафлсбрух. И Муман попадал в Кристаил. И то же самое. Ну, забил и забил, че бубнить-то. Что бубнить, когда все понятно. Уже 13-й гол летает в ворота ЛДПРовцев. 14-й гол летает в ворота ЛДПРовцев. Волк не попал по летящей шайбе. 2-0. По моим расчетам, сейчас должны забить ЛДПРовцы. Посмотрим, получится это у них или нет. Чей будет следующий гол? Тотализатор ставим. Все деньги все равно заберу я. Волк хорошо тут выбивает мяч. Шайбу из-под ног. И откладывает неминуемую атаку АС. Ход. Ход отлично играет в защите. И Волк тут... Ух, что же он сделал? Обокрал фрисби. Смотрите, фрисби не смог. И Волк просто заносит. Так, ну все. Я вообще-то угадал. Я лучше, чем Черданцев. Или Генич, кто там в ставках не шарил. Первая игра закончилась, напоминаю, счет был 12-5. А сейчас вот, ну, в пользу команды АС. А сейчас 2-1. Так. Итоши Сая выходит на удар. Передача на Итоши Рина. Итоши Сая обратно, это стеночка. И опять на Итоши Рина, но это был, наверное, лишний пас. Все-таки можно было бить с острого угла. Итоши Сая придет прострел на пятак. Это ж пятак, да? В хоккей не шарю, пацаны.
Так, и то же самое и от стенки. И тут подхватывает ход шайбу и идет атаковать. Обводит одного, второго. Что же будет дальше? Третьего обошел. И острый угол, и все же сбивает. Ну, это ход. Тут, конечно, да. Тут Федерико словил, конечно, кринжа от того, что пропустил низом. Пропускаешь низом, и сразу самооценка вратаря, ну, не сказать, что падает так же низко, как и был пропущен гол, но все же это задевает. Пейна, пожалуйста, не бейте слишком сильно. Ну хочет на ранкете играть. Ну, не надо тут жестких мер. Окей. 2-2. Команды вообще-то выровнялись. Что-то сказал Волк своим напарникам. И сейчас они хорошо держатся. Потому что уже прошла 4-я минута периода, и счет по-прежнему 2-2. Ну, равный, так сказать. Так, Роналдо тут промахивается по шайбе, и это Ньюби Эворд гарантированно. Как вам? Слушайте, ну, я бы тоже так сделал. Я бы не смог не промахнуться. Уже очень смачно это смотрится на повторе. Это всем хайлайтом, хайлайтом. Фрисби дает пас на Рина. Рина и то же Сая. И то же Сая, что же он? Он тянет время. Тянет время, атакуя на стороне соперников. Так что это прощаемо. Он тянет время и забивает гол. Ребят, все бы так тянули время. Вот, казалось бы, да, держит оборону ЛДПРовцы. Но за 30 секунд плюс-минус они пропускают 2 гола. И вот под конец первого периода могут пропустить еще один, но ход отыгрывается в защите хорошо. И так заканчивается первый период второго матча АС ЛДПР. А как запомнил, как закончился первый период первого матча? По-моему, счет был тоже примерно такой. Так. Мне тут Пейн пишет, немножко советует поиграть Товки перед Офой. Но, блин, зачем? 21 зритель на трансляции. Поздравляю, вы подошли вовремя. Сейчас начался второй период второго матча АС ЛДПР. Счет 4-2 в пользу АС. АС — это анимешники, ЛДПР — это фанаты одноименной структуры политической. И вот забивает ход. Где были защитники АС в этом моменте, я не знаю. Первый матч закончился со счетом, дайте мне вспомнить, 12-5 в пользу АС. То есть от этого можно отталкиваться в прогнозах на текущую игру. Вот интересно, играют Литовы ЛДПР. С нами они не играли никогда. Кто-нибудь бы ввел, конечно, статистику по АТОВам. Было бы больше интересных фактов для комментаторов. А так, из интересных фактов у меня только то, что аниме «Атака титанов», ну, такая плюс-минус, знаете. Если бы без всяких филлеров и копаний, самокопаний в голове, ненужных абсолютно.
который и так все не, всем ясный. Ну тогда нормально. А так, ну среднячок. Но неплохо для аниме. Оу, 4-4, мулик сравнивает счет с придачей хода. Вот так он принял, сместился в центр и ударил. Ой, это был самый слабый удар в мире. Федерико, соберись. Как так? Гинта же не было. Гинт это goal interference с английского. Не было, но ты по 5 пропустил низом. Федерико, если ты собираешься стать лучшим вратарем этой лиги, такого не должно повторяться. И Тоши Сай берет, проходит. Проходит с левого фланга. Удар. Блок защитника ЛДПР. И тут же контратака. Вот что мне нравится эта игра, так нету никакого провисания. Всегда атакует одна, либо атакует вторая. Нет того, что кто-то тянет там время, ждет, пока игроки выставлятся в правильной схеме. Нет. Берешь, едешь вперед, даешь пас вперед. Вот как сейчас. И что-то там уже на финальное третье поле пытаешься сообразить. Удар с центра поля. Сейф. Сейф идет. Но, будем честны, сейф был этот достаточно легкий. Так. Наш постоянный зритель Дро пишет, если как атака титанов, то концовка матча сратая должна быть. Ну, кстати, концовка была нормальная. Не надо, мне понравилось там. Просто берут, ой, давайте без спойлеров, да? А то, может, кто-то не смотрел. По-моему, нормальная концовка, да и там уж и не закончилось ничего. 5-4. Слушайте, ну вообще-то ЛДПР оставляет себе шансы на набор каких-либо очков. И это сейф, не забивает фризби. И все-таки забивает, не забивает фризби, забивает и Тоши Сай. Ну, Волк тут тупо без скорости, что-то пытается там разблокировать, тщетно. Слушайте, ну, ребят, могу поспорить на доширак, что ЛДПР сегодня не выиграл ни одного вбрасывания. Если вы найдете такое, заклипайте. Заклипывать, вообще клипать надо трансляции, потому что яркие моменты всегда приятно вспомнить, либо сделать нарезочку в конце турнира, да. Это всегда легче для авторов таких нарезок, когда есть клипы. Ну а тут мулик дает передачу на волка чуть-чуть взад, не точно. И поэтому идет атака ас. Фрисби. Фрисби. Делает пас в центр, перехват волка, но волка втыкается головой ход. Так, тут мне говорят, что я профукал, что прошлое сбрасывание выиграли ЛДПР. Ну все, фреска давай, скидывай координаты, я тебе доширак закину. Но с пруфами. Без пруфов не буду. Так что делай клип. 6-4. Это не так уж и всепоглощающе грустно для ЛДПР. Но не то чтобы весело, потому что такое ощущение, знаете, что ас просто веселятся. Знаете, когда не хочется тратить все силы, и ты знаешь, что можешь, ну, пофаниться, и все равно в какой-то момент ты, если что, забьешь. Я думаю, именно на таком сейчас режиме игроки ас находятся. Потому что
счет-то может быть и равный, но когда ЛДПР приближается, значит, либо сравнивает даже счет, то АС немедленно эту разницу, то есть делает разницу. Вот тут проход. Проход и то же самое. Удар, и это был очень слишком хороший удар. Наказание за слишком хороший удар — это когда шайба от крестовины легонько перемещается по ленточке ворот и не залетает. Да. Роналдо тут играет на выходе и сохраняет шайбу для своей команды. Волка накрывает Тоши Рин. Роналдо опять на выходе играет, а хорошо. Слушайте, ну, нужно дать должное. Роналдо не сидит в альтабе на ГК. Это достойно уважения. Full concentration, так сказать, у него. Волк бьет. Кстати, вот удар. Кто пропустил? Удар Волка, гол его в первом периоде, в первом матче. Помните? Помните? А вы помните? Ну, заклипайте, да? Пересмотрите, если не видели. И клипайте. Просто это достойно, достойно хайлайта года, если честно. Итак, и то же самое. Тут на дриблинге сохраняет шайбу впереди себя, что, ну, удивительно. Как он это делает? И обводит также вратаря ловким движением и забивает. 7-4. Я пока посмотрю, какой пинг у игроков АС. У Итоши Рина пинг 12. У Итоши Сая 35. Неплохо, неплохо. Играбельно. Ну и вот, как я и сказал, то есть... Вот они под конец решили, что хватит уже баловаться, нужно завершать эту игру. Счет 8-4. 2 к 1. Давайте, вот осталось буквально 1.5 минуты до конца матча. Напишите, сколько голов сможет еще забить команда красных. Потому что чувствую, что это непростой вопрос. Мулик тут поджидал на фланге и дождался передачи. Отпасовывает обратно на ход, а ход смог ну, сделать последний верный пас, пас вратарю. И также так и продолжается. Уже какие-то истеричные попытки забить. ЛДПР. Уже видите, в защите никто не остается. Ну и правильно, зачем? Ух, все. Это 9-4. Роналдо тут пытался что-то сделать, но он не угадал со смещением Итоши Сая. Итоши Сая просто уехал от него по обводной. Все, ну... 9-4, можно уже подводить итоги встречи. Итоги встречи такие. АС. Команда Ника. Анимешники. Показали свою доминацию. И эта заявочка очень хорошая на победу в этой лиге. Ну а Волки, компания... Вообще-то, давайте будем честны, создали хорошую конкуренцию.
достойную конкуренцию составили командинника. Поэтому все у них еще получится. Я думаю, топ-3 они должны занимать. Матч закончился. Конец. Давайте для отчета говорим. Первый матч закончился со счетом 12-5 в пользу АС. Второй со счетом 10-4 в пользу АС. Довольно показательно. Итак, это был стрим. Стрим Мазилы с комментариями Рыжа, то есть меня. Вот мы видим сейчас текущую ситуацию в дивизионе Б. Pizza Kings и I Let It In and It Took Everything занимают первые и вторые места соответственно. А в дивизионе А у Актрис и, ну, собственно, ой, ну что же вы делаете? То график нам, это, ну, они же выиграли. На первом месте должны быть Autistic Six Society и 100% по разнице шайб. Они забили сегодня много. Ну, спасибо за комментарии, спасибо, что вы смотрели эту трансляцию. Именно из-за того, что вы смотрите, мы их делаем. Это, можно сказать, была проверка боем для ЛДПР. Официальный их матч первый. И, в принципе, достойно они выступили. Ну что, Мазила, закругляемся? Или еще остаемся? Что тут? Мы приготовили что-то под конец? Зрители, 17 зрителей. Все мои зрители, которые пришли сюда, давайте. Как говорите, свои последние слова. У вас есть на это 2 минуты. Через 2 минуты мы завершаем. И вы больше не сможете ничего спросить у эксперта хоккея. Вообще-то победителя Small Cup'а завалидол. Так, ну все. Первая минута, конечно, прошла. Ждем вторую минуту. Но по тенденции, понятное дело, что уже ничего не будет. Но вот нет, тут Эстако передает привет всему Казахстану и лично Александру, Александр Алибекову. Конечно, я присоединяюсь к этому привету Александру. Великолепнейший привет. Мне очень было весело смотреть его стрим, как он не может выговорить название моей команды. Вообще, ренейминг был с мыслью этой, чтобы посмотреть, порофлить. Но ничего, это хороший рофл, не злой. Так сказать, I let it in and it took everything. Это скороговорочка, ребят. Воспринимаете это как скороговорку? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. I let it in and it took everything. Ну все, тут все присоединяются к приветам, что, ну, одобряемо. Так, а вот от вот это последнее я не присоединяюсь к сообщению Дро. Ладно, все, хороший стрим. Неплохая активность. Могу отметить фреску. И... Нет, фреска MVP этого стрима. Все, это официальное его звание. Можешь заклипать этот момент и показывать маме. Все, завершаем.